Все по-другому. Ой, Наташа, ой, Андрей, ой, ой, ой. Вот, да, Какой труди, испанский или итальянский? Они три арки про Константинополь. Вы уже слышали, это арка императора Тита. И вот там уже в Сатаринском форме вы найдете арку Септимия Северы, императора, который умер на своей соседе. Давай, Рецепт, положите. Господа, подойдите, пожалуйста, потому что я должна быстренько сориентировать. А вон там мужик толстый, косит траву. Но пахнет аж сюда. Ага. Как этот, как пазлы. Да, да. Чик-чик, и уже не выпадет. Уже не выпадет, и не сместится в сторону. Тут тоже что-то стояло, походу. Казалось бы, все просто, да? Угу. Это гробик римский. Да, нормальная тема. Это нормальная тема. Second hand.
Там где-то музыка играет внизу. Фонтанчик. А может и нельзя. И римский гробик. Нормальная тема. Нормальная тема. А вон еще один. Сейчас добро пропадает, да? Сделали с него эту. Туда можно спуститься даже. Ну, решили глянем, что там. А? Пошли глянем, что там. Хочешь сходить? Ну, можно посмотреть. Раз уже мы начали. Ладно. Главное, чтобы эта фигня не отпала сверху, пока мы будем ходить. Да ну, это я даже в этом не сомневаюсь. Ну, давай пока сюда пройдем, потом туда. Ну там, походу, пещера, видишь, криптопортику. Вот туда. Подземные портики, получается. И музыка, походу, там в пещерах играет. Что-то оно такое большое, что я офигею. Не знаешь, куда идти. Нельзя было как-то по прямой все сделать, чтобы не заморачиваться. Ну, мы с тобой сюда, вот туда. Повыше поднимем. Ну да, но мы надо туда пройти, потом вернуться повыше, а потом вниз спуститься туда. Шляпы валяются, всякие фанты. Срач. Just like on the side, yeah.
кидал с таких кусочков. Он пазы такие сюда вставил, а с кого он нападал. Я даже не представляю, как выбрать такую штуку. Ну, какая-то гладенькая. Не, шероховатая. А? Шероховатая. Ну, я же ты испортилась уже просто. Ну что, подойдем? Да подойдем, посмотрим, что там в том музее. Там даже крыши кусок, смотри. Ага, торчит, черепица. А потом сверху еще посмотрим. Вот, какие-то тут дуи, смотри, интересные какой-то. Типа фонтана что-то. Капец налеплено. Одно на другом просто лепилось. А что париться? А? Что париться? Место хорошее. Там, похоже, какая-то подсветка внизу, вон какие-то провода лежат. Ничем не хуже консервы. Попробуй это Вон, зацени вот это вот, слева. Кстати, вот то похоже на какой-то туалет. Как? Вон там похоже на какой-то туалет. Какая-то канава, смотри. Вон, вторая арка сверху. Да, похоже. Да. Ну, вряд ли там мало места. Горбиться надо.
так, выходим отсюда. Пройдем вот. Угу. Знаешь, там есть канализация, есть трубы. Ага. Или подача воды, или канализация, или подогрев. Что-то, короче. Да. Какая-то разводка. Ну, это подвалы, наверное, это вот. Мы видим сейчас. Зачем такие высокие подвалы? Чтобы там можно было нормально ходить. А, нихера себе, 4 метра. И носить что-нибудь. Ну, разве что для мамы. Чтобы они... Pero que han hecho todo acceso. Bueno, que son como alternativas. Да, нормально так настроили, пацаны. Вот там дорога. Ну, можно через сюда пройти. Там, смотри, была какая-то еще скульптура. Ее поломали. Вот, есть вот этот... Капец, братан. Какое оно было все вообще. Да. Ну что, пойдем поищем тот памятник. Или мы уже выходим? Какой? А, вот он. Ну да, где никогда не соединял. Ну поищи. А? Попробуй поискать. Ну, в принципе, мы к выходу движемся. Как? Мы движемся к выходу. Да, ну вот так вот туда вот так пройдем и на выход попрем.
древнеримская дорога вот эта вот. Какая? Висус и Гариус. А. Древнеримская дорога вот эта вот, мы пойдем. Она еще гладкая до сих пор. А? До сих пор гладкая. Чего, поднимаемся? Да. Ну что ты? Ну выйдем там. Мы там не выйдем. А где ты хочешь поехать? Туса, и там выйти туда. И туда. До сих пор гладкая вообще, крутяк. И так почти каждая колонна.